Всем привет, приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас 22 марта. И сегодня покажу, как же подросла моя рассада. Сейчас мы находимся на балконе. Выставляю ее уже на день на балкон. На балконе у нас сейчас 16 градусов. Но солнышко придет, здесь будет вполне себе тепло. 25 градусов точно набегает, но это к концу дня, к вечеру. А с утра вот так вот где-то 16. На ночь, конечно, заносим, потому что здесь температура опускается до 5 градусов. Оставляем только здесь капусту и лук у нас стоит. Все остальное пока заносим домой. Ставлю вот так в ящики, чтобы было удобно заносить. Здесь вот они и петуни, и наш томатик мини. Он уже начинает зацветать потихоньку. Перчики. Вот она у нас капуста. Капусту я уже всю посеяла и стояла у нас она на балконе. Взошла где-то за недельку, так как холодно было. Морозов, конечно, нет. У нас здесь на балконе до минуса не опускается. Но вот плюс 5 вот так ночью, плюс 3. И она где-то за неделю взошла. Только-только взошла, и ночует у нас она уже на балконе. Можно, конечно, оставлять и землянику, но пока ее все равно еще заносим. И вот он, лучок стоит у нас тут. Таким образом, эту рассаду нашу мы и закаляем. Потихоньку-потихоньку приучаем к солнышку и к таким вот низким температурам. Рассада, наоборот, должна стать крепче. Я думаю, ничего с ней здесь у нас не приключится. Ну а пока наша рассада на балконе, ставим под лампы наши цветы. Они уже соскучились по свету, так как из-за рассады пришлось всех переселить куда-нибудь пониже, подальше от солнышка. И они очень рады даже под лампой постоять. Многие цветут, только зацветают. Вот такие лилии у нас есть, как их называют, как домашние лилии. Выпустили тоже цветоноса, тоже собираются уже цвести. Почувствовали весну. И тут наш батат стоит, который мы проращиваем. На балкон я его не выношу, пусть он стоит пока дома, прорастает. Он любит тепло, не будем его мучить. И чтобы росточки быстрее росли, вот эти, мы будем его пока оставлять дома в тепле под лампой. Уже скоро, наверное, недельку еще он посидит, вот этот росточек, и будем его черенковать, укоренять и уже пересаживать по разным стаканчикам. Вот такого цвета красивого. Так что батат прорастает потихоньку, растет все. Все уже чувствует весну. Весна уже близко. Вот такие вот дела у нас с рассадой. Расскажите, что вы посеяли, что у вас уже растет. Может, что-то в теплице у вас уже выросло. У нас в теплице уже подрастает редиска и вылез уже салат. Так что скоро уже будем есть свою зелень. Ну а я на этом с вами прощаюсь и увидимся уже в следующих видео. Всем пока-пока!